Вас учат, что у всего есть начало, что дерево начинается с семени. Откуда вы знаете, что семя – это начало, а не конечный продукт? В школе этому не учат. Вас делают похожими, чтобы управлять вами. Когда начинается война, вас превращают в патриотов. Люди спрашивают, как насчет индивидуальности? Все это чушь. С раннего детства ваши головы накачивают дерьмом. Золушка, христианство. Я хочу рассказать вам кое-что о младенцах. Они могут учиться наукам сразу же. Электронике, геологии, агрономии. Дети могут учиться всему уже в том возрасте, когда вы им сказки читаете. Ивашка встретил коровку. «Ну-ну», — сказала коровка. «Бе-бе», — ответила овечка. Вы забиваете голову ребенка этим дерьмом и хотите, чтобы он вырос разумным? Чем они вам только мозги не пичкают? Родители спрашивают ребенка, кто тебя любит больше всех на свете? Не знаю. Твои мама и папа. Какая страна самая лучшая в мире? Не знаю. Наша страна. Креативность. Это значит взять уже известные элементы и соединить их уникальным образом. Я пытаюсь вернуть вам мозги, которые у вас забрали в школе и при воспитании. Я пытаюсь показать вам, как устроен мир. Так что если вы хотите жить в лучшем мире, пора оторвать задницу от дивана и сделать его лучше. Будущее будет очень отличаться от настоящего. Проект Венера — это не просто новые города и архитектура. Это главным образом новый способ мышления. Я хочу, чтобы вы поняли, человек — это отражение культуры. Еще не родился ни один китайский ребенок, который бы говорил по-китайски, находясь вне языковой среды. Мы обнаружили, что приобретенные черты не передаются по наследству, такие как привычки, предрассудки, жадность. Всему этому учит вас ваша культура. Разница между серийным убийцей и праведником – их среда. С этим очень тяжело примириться, так как это вызывает множество вопросов. Природные инстинкты не существуют, все это чушь. Мы приобретаем все это. Трудно поверить, потому что мне кажется, я сам принимаю свои решения. Я не думаю, что я сделал что-то из-за влияния среды. Ведь я так делал еще, когда под стол пешком ходил. Я даже не знал, что делал. Много лет назад я задал себе вопрос, как ты собираешься изменить мир? Ведь в нем так много людей с разными ценностями, разными мировоззрениями. И я ответил, я не знаю. Это первое, чему вы должны научиться, говорить «я не знаю». Мы даже не знаем, как найти общий язык с другими людьми. Как же тогда сделать весь мир разумнее? И тогда я понял, что правила игры, то, как устроено общество, не имеют смысла. На прилавках пылились товары, люди нуждались в них, но у них не было денег. Так я понял, что именно устаревшие правила игры были причиной провала. Поэтому я начал работать над проектированием нового общества. Логикой и рассуждениями человека не переубедишь. Это можно сделать только способом, который он поймет. Если не получается, попробуйте как-то по-другому. Если показывать наглядно, человек лучше понимает, о чем вы говорите. Тогда я спросил себя, откуда ты знаешь, что то, что ты думаешь, это правильно? Может, это всего лишь твои представления? Надо увидеть всю картину целиком. Говорят, что Бог создал ногти, чтобы чесать укусы насекомых. Зачем он тогда долбанных насекомых создал? Не надо было бы ногти создавать. Понимаете? Это сбивает с толку. Некоторые говорят, я верю в гармонию природы. Большая рыба питается мелкой. Каждый орган вашего тела непрерывно борется с вторгающимися бактериями. Это вы называете гармонией? Планеты взрываются. Метеориты сталкиваются и взрываются. В чем здесь замысел? В чем замысел наводнений? Утопить людей? Другими словами, если вы хотите найти замысел, вы должны искать везде, посмотреть на всю картину целиком. Люди проецируют свои собственные взгляды на природу. Очень тяжело быть честным в денежной среде.
Мы хотим избавиться от монотонной работы, автоматизировать ее, освободить людей. Это правительство будущего. Ни одного человека. Потому что люди запарывают все каждый раз, когда они в правительстве. Они все становятся продажными, получают на лапу, вас опять посылают на войну, экономика разваливается, и этому нет конца. У машины нет амбиций. Машина не хочет власти. У машин живот не болит. Только они способны обслуживать глобальную систему. Человек не способен. Потребуется всего 10 лет, чтобы превратить Землю в райский сад, если избавиться от ручного труда. Политики так делают. Они говорят, чтобы добиться одобрения. Ученые же, если бы все верили, что Земля плоская, ученый сразу бы вышел и сказал: «Вы не правы, она круглая, вот доказательства». Поэтому не говорите ничего ради одобрения. Когда вы научитесь забывать о своем эго в пользу обмена идеями, это будет началом настоящего прогресса. Они не хотят, чтобы вы были умнее их. Не забывайте, когда вам встречается человек с огромным самомнением, он просто пытается удержать позицию превосходства. Когда говорят: «Я самый обычный американец, я люблю свою страну. Если она тебе не нравится, вали отсюда». Это проще понять. Поэтому большинство людей примитивны. Поступай правильно, и все. Что такое правильно? Один сказал мне: «Каждый раз, когда я задаю вопрос, вы мне лекцию читаете. Мне нужен просто ответ». Ответов нет. Все очень сложно. Что бы вы ни спросили. Почему некоторые тяжело вкалывают, а другие вообще не работают? Ну, потому что он ленивый. А, тогда ясно. Но если углубиться в прошлое человека, как он таким стал, почему он избегает работу? Придется углубиться и в природу причин, которые формируют человеческое поведение, понимаете? Это все очень сложно.